Всем добрый день. Сегодня очередная вылазка в лес по грибы да по ягоды. Выбираемся на природу нечасто, времени свободного не так много. Каждый раз приезжаем и всегда обнаруживаем вот такие кучи наваленных веток, как я их называю, следы жизнедеятельности лесорубов, которые стремятся уничтожить здесь все на корню и перевести эту красоту на дрова. Приедут, нагадят, отметятся. Вот это их рук дело. Вроде немного притихли, прошлый год уже не пилили, а в этом году опять потихоньку пакостят. Вот такая печаль. Но, как говорится, не пропадать же ценному материалу. Отберу с этой кучи полезные обрезки и сделаю что-нибудь полезное для сада, огорода.